Что за хера? Чкабыски, мои почти не друзья. Меня зовут Влад Трейдер. Добро пожаловать в Resident Evil 2. Движимый желанием спастись, Леон решил проверить подвал полицейского участка. Но путь ему преградило огромное чудовище. Существо, в котором с трудом можно было узнать человека, бросилось в атаку на Леона. Я, сука, не успел прочитать. Вы что, думаете, что я сверхчеловек, что ли? Как Леон? Someone lost a key. Кто-то потерял ключ. А, точно, это шклеверский ключ. Ну да. Там братишки, давайте не будем ждать, короче. Ладно. Тихо, братишка. Тут, кстати, есть что-нибудь? Вообще нифига. Ну и нахера? Так, ребята говорили, что нужно стрелять по ногам. Ладно, чтобы не стрелял, конечно. Ну окей, короче, я взял ключ от клевера. Так, окей. Там я снизу что-то повернул, кстати. И теперь вода должна идти сюда. Допустим. Оп. Есть, кайф. Мне, блин, нравится, что использование предметов происходит без персонажа, потому что это гораздо ускоряет. Анимация проходит и вообще все, что хочешь. Так. Я вообще тут был? Я где вообще? Крыша. Окей. Так, ну я тут типа потушил. Тут ничего нет. Ну ладно, тогда возвращаемся. Мне нужно добежать до клевера. Мне нельзя использовать очень много... А! Это что за херня? Ой, братиш, здорово, здорово, привет. Господи, блядь, что это? Это что, коллектор? И что мне с ним делать? Ебать, ты куда идешь? Тихо. Ох, шагает, блядь, настурный. Взрослый мальчик. Так, блядь. Ебать, дядя идет, а что делать-то с ним? Погоди, блядь, подожди. Ебать, а зачем я сюда зашел? Зачем? Ох, блядь, прости за шапу. Шляпа долой. Бежим. Флешечка. Ням-ням-ням. Да, блядь, что? Ебать, что происходит? Так, быстренько используем. Все хорошо. У меня, кстати, какой-то вентиль зачем-то есть. Зачем он нужен, непонятно. И текаем отсюда. Тут как бы даже украинцам не нужно будет, чтобы понять, что мне пизда. А, у него там проблемы с ярким светом. Он, похоже, что эпилептик. Блядь, тут ты че шутишь? Просто, блядь, что это вообще такое? Кстати, это же его перчатка, скорее всего, была, да? Когда он сломал лицо внизу чуваку. Как он тут вообще оказался? Ну, в принципе, вообще все так себе. Типа, с какой скоростью он за мной будет ходить? Сейчас, Марвин, я тебя успокою. Подожди, у меня тут есть снадобье огнестрельное. Марвин, для тебя ничего не жалко, даже последнюю пулю. Ебать, он не умер, наверное, да? Ай, покоцанный нож. This, я покончу с этим, лейтенант. I promise. Ебать, он за мной идет! Бля... Что, серьезно? Это вообще, что за херня? Кто ты, мужик? Ты подожди секунду, да подожди, я запишусь. Все, теперь текаем. Блин, мне, похоже, флешки нужны были, чтобы его убивать. Бля, тут же еще эти мрази. О боже, ну ладно, там клевер. Вообще, у меня такие большие проблемы, капец. Тихо, все нормально. Так, у меня, если что, есть ЗКС. Ну ладно, если что, травку используем. Так, бежим. Текаем. Дядя. Тихо. Я использую ключ. Использую. Зайду. Бать. Что это? Приспособление. Это для домкрата. Забираем. Быстренько, патроны, хоть что-нибудь. О, порох. Да, блядь, какая Q? Зачем я Q нажал? Все, а теперь текаем. Знаешь, граната. Сука, граната. Берем. Окей. Идем отсюда, идем. Ага, сердечко. Дело дрянь. У меня большие проблемы. У меня всего 11 патронов, одна деревяха, ножик. И я черному властелину снес шляпу. Если я пойду обратно, там черный властелин будет. Окей, может просто кружок навернуть, чтобы он типа за мной побегал? Блин, ну там слайм, и он, сука, сейчас мне лицо оторвет. Знаете что, просто заколотим, как бы, просто запчу бы и нет. Бля, там тоже слайм, я забыл, бля. Тут слайм, да? Чё, твою мать, сколько их тут? Нет! Бежим! Пусти, сука! Ой, надеюсь, они по ступенькам не умеют подниматься. Ебать, у меня беда, проблемки-то вообще. Просто вообще здоровые проблемусики, прям...
Здоровенный, тут еще один слайм. Зачем я иду по кругу? Я же мог развернуться. Ты! Да! Что это такое? Это что, блядь? Это что за сверхразум? Ебать, ты че? Ты кто, блядь? Ты че? Тихо. Ну, внимание, в принципе. Это было все бессмысленно. Че это было? Окей, бежим. Так, ну он, в принципе, вроде как замедляется от выстрелов хлебала, но не сильно. Это такой кек, конечно. Он, короче, развернулся и пошел ко мне навстречу. Лол. Прикиньте. И что мне делать? Ну? Так, господин хороший. Что прикажете делать? Понятно, умеет распускаться. Давай быстрее. Я еще успею. А, блядь, он идет. Давай поднажми, Леончик. Последний разочек. Текаем. Текаем. А! Блядь, прям по сапатке. Черт, блядь. Тихо, так, давайте его закатим. Короче, вот сюда он подойдет. Я возьму грену. Грену. Берем. А, на пробел же, точно. Так. Окей. Ебать, он присел. Ты что, супергерой? В смысле лучше уходить отсюда? Нужно по-быренькому последнее сделать. Ты же инвалид, ты же не можешь перешагнуть. Ты же не вот, супермен. Да какую другую сторону? Что ты делаешь? Я так понял, этот властелиноч сел на карта, потому что тупо отдыхал. Ладно, бежим. Надеюсь, он по лестнице не умеет подниматься. Все, а теперь куда он идет? По лестнице, да? Окей. Я на третьем этаже, замечательно. Но дела максимально плохо, потому что у меня всего 5 патронов. Я использовал ЗКС. У меня, конечно... Да чё за... Блять, я вообще никак не могу сопротивляться, что ли? О, хера себе. Травку берем и тикаем. Да... Что-нибудь. Да они все равно меня кусают. Бумажка. План ремонта. Замечательно. Пусть пацаны подождут, я пока отдохну. Место. Часовая башня в западной части полицейского участка. Ввиду высокой исторической ценности колокола, мне пришлось доверять его ремонт специалисту. Подробностями поделюсь, когда он прибудет. А пока просто закреплю колокол, потому что хомут вот-вот треснет. Здесь чувак стащил последнюю детальку, да? Кстати. Так. Так. Окей. Лестница. Фух, хорошо, что я эту штуку не убрал. Я знал, что она пригодится. Что-нибудь еще. Блять, тут что-то надо вставить. Ну, конечно, у меня же ничего нет. Ладно, хорошо, хотя бы лестницу опустил. Что-нибудь еще? Хоть какой-нибудь контент? Что-нибудь? Где я? А, это там с другой стороны, понял. Че это? Порох. Много. Много пороха. Допустим. 29! Здравствуйте! Сюда, 29 патрончиков, так. Ладно, поднимаемся наверх. Так, что-то... А, здесь точно еще есть. Там какая-то штука. Коробка. Она не падает. Здесь что? Маленькая шестеренка. Допустим. Еще одна шестеренка нужна, да? Или чё? Чё я сделал? Блять, ну он уже пришел, да ты чё рофлишь? Чё мне с этим мужиком делать? Чё-то я вообще хереваю. Использовать? Так. Он типа колокол поднимает или что? А сюда типа большая у нас шестеренка, да? Ладно, хер с ним, короче, текаем отсюда. Братишки, тихо, спокойно. Отдыхай, отдыхай. В любом случае, я могу куда-то использовать ключ с ромбиком еще. Ага. Понятно. Я тут был, короче. Тихо, 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 блядь. Спокойно. Батя в здании. Батя в кладовке. Чё это? Патрончики, зашибись. Чё делать-то, господи? Большая шестеренка. Ящик с шестеренкой. Большая шестеренка. Я что, пропустил шестеренку? Короче, я какую-то шестеренку пропустил. Похоже, надо возвращаться. Или это та самая шестеренка? Ты что, обиделся, что ли? Да я же не специально. Подумаешь, гранату кинул. Короче, эта штука не сюда похожа. Это похоже, надо сюда вставить.
То есть здесь маленькая работает. Отлично. Значит, нужно большую ставить наверх. Вот сюда. Здесь все заработало. Большая. Использовать. Все, отлично. Ой, господи, хорошо, что я сверхразум, а. Забираем штуку и спускаемся на самое дно. Опять. И эта тварь за мной идет. Коробка. Аегис. Я же в доту играю. Надеюсь, мне не придется писать об этом рапорт. Кому, блять? Тут уже все мертвые. Ты что, шутишь? Ой-ой-ой. Это как Аргус Филч, он идет сюда. Нужно сваливать срочно. Берем. Сделаем анбоксинг. И валим. Меня больше всего пугает, что черный властелин сверхразум. Он сверхразум, он меня обгоняет, он обходит где хочет. Идет мне навстречу всегда. Меня это чуть-чуть пугает, конечно. Кстати, а зачем мне идти через холл, если могу пройти здесь, правильно? Тут же вон лестница. Блять, зачем я вообще такой крюк сделал? А! Он сверху, что ли? Блять, зомби. Где он? Я не понимаю. Подожди, я вообще тут был? Опа, клевер, отлично. Я тут первый раз вообще, лол. Я тут первый раз. Здорово. Бать, ты чилишь. Отчеты о конфискации. 6.2.11. Это сейф. Дата 14 августа 98 года. Место комнаты ожидания, второй этаж ПРС. Причина конфискации в обозначенном месте был обнаружен подозрительный мужчина. После обращения офицером попытался прикинуться растерянным. Он был задержан. При нем была найдена записка. Замечание. Мужчина хорошо нам знаком. Это Джастин Хансен. 39 лет. Житель города Холлос. Не раз оказался за решеткой. Нельзя сказать, что он последний негодяй. Просто ярый клептоман. Хотя попытка что-то стырить из полицейского участка, это что-то новенькое. Это тот чувак, в пластиковом пакете лежит бумажка. Это тот чувак, которого я встречал там, в помойке. Так, стоп, это еще не все. Что это? Коробочка. Окей, здесь рубин нужен. А он в сумке. А, здесь нельзя будет ничего продавать? Патроны, кайф, как же хорошо-то, а! Червовая дверь. Фак. А, это сокращение просто. Эту помойку надо выкинуть, выбросить. Все, отлично, он мне больше не пригодится. Но бубновый пригодит. Сука, понять, где он. Он типа сейчас ко мне идет, да? Мне бы вот тут его подождать? Или не ждать? Он далеко. А! Боже мой! Где он? Я не понимаю. Ой, блядь. Тикаем, тикаем, тикаем. Пум-п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 ум. Живучая тварь, даже просто жопа какая-то. Блядь, я не в ту сторону побежал, прикиньте. Не в ту. Ладно, похер, давайте тут. Тупо многоходовочка. Это не просто тварь живучая, что это вообще такое? Ебать, где он? Он что, опять ко мне навстречу идет? А, ну он же типа бот, он, ну то есть, как бот, он сверхразум, плюс накачанный. И типа шарит, куда идти, да? Где он? Он наверху? Так, сохранится очень срочно. Для начала возьмем камушек. Так, кила у меня так-то вообще, в принципе... А, давайте вот это достанем. У меня еще синяя трава есть, и соединим это. Мне нужно пойти вот в эту дверь. Кстати, блин, тут же где-то сейф еще есть. Стоп, 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 стоп. Я вообще куда бегу? Стоп, я ошибся дверью. Разворачиваемся! А! Ебать! А что творю, а? Как мансую, как мансую. Ой, блин, как же хорошо, что слизни не заходят, а, в дверь. Ебать, как же я ошибся. Ой, блин, как же хорошо, что я ничего не потратил, вообще ничего. Так, объединись. Так, давайте еще, кстати, объединить вот с этим. Окей, а там? Электронный USB ключ. Все, понял. Да-да-да. Может, тогда сразу наверх пойдем? Это флешка, прикиньте, это флешка. Это что, типа, когда у тебя звание повыше, у тебя эта штука? Получить деталь устройства, деталь устройства. А, магнитная карта для гаража. Я все сделал, по сути. То есть, мне, короче, надо сходить на самый верх. Вот бубновая дверь. Я еще бубновую дверь одну пропустил. Короче, нужно наверх и здесь вот проскипать через библиотеку. Окей, тогда сейвимся еще раз. Надеюсь, братишка не пойдет за нами, да? Как же хорошо, что чуваки не шевелятся, когда я открываю какие-то приколюхи. 6 влево, 2 вправо, 11 влево. 6, 2, 11. Что это? Дульный тормоз Матильда. И что это делает? Я, короче, тупо автомат собрал. Где братишка? Наверху? Он что, все время наверху тупит, что ли? О, лол. Ха-ха! Че ты как там вообще? Патрулируешь, да? Ну давай, Херли, давай. Отлично. Окей, используйся.
Интересно, а можно ли выкинуть будет ключ, который я еще не до конца заюзал? Это вот мне интересно, конечно. Опа. Так, сейф, изучись. Изи. Бам! А это я. Где моя премия, чуваки? Запчасть, отлично. Короче, это достойно лайка. Да? Оп! Ставьте палец в жопу, как говорится. Блин, и оружейное это на первом этаже, где кнопку использовать. А там, господи, как много всяких тварей. Использовать. А это вообще законно, как бы, использовать флешку в жетоне? Громовой ястреб! Сегодня слот занимает. Уху! Что делает? Письмо членам Старс. Классным ребятам из Старс. Ну как вы там в старом сыром участке? Еще не прогнулись под старину Айронса? Как у меня дела? Я только со свиданки с горячей цыпой. Думаю, не стоит объяснять, чем мы там занимались под ее громадным зонтиком. Европа отличное место. Одного месяца не хватает даже и на сотую ее часть. Может быть, я продлю отпуск еще на полгода. Барри, даже не думаю о том, чтобы приехать ко мне. Ты же не хочешь, чтобы дамочки плакали, да? Так что оставь их мне. Джилл, если будешь общаться с Клэр, скажи ей, что все отлично. Крис Редфилд, 29 августа. Окей, семизарядный револьвер, это револьвер. Он, наверное, схлебал, просто сносит, бэм, вот так вот. Короче, в любом случае, у меня есть кнопка. Было бы супер здорово, если бы я попал туда. Кстати, я могу забрать его? Воу. Окей. Так понимаю, много где еще можно будет? Окей, я вернусь, короче, туда, в оружейную, как только у меня будет еще одна фотопленка, ведь проявлять ее можно только там. Бэ, супер модный прям. Сука, меня так не пугай, блядь! Стой, еще раз тебя хлебало полностью отстрелил! Не надо сейвиться, по-любому. Блин, когда у меня мало хп, я еще медленнее его бегаю, что ли? Отлично, это все равно придется тащить. Это можно достать, чтобы хил был. Флешечку с собой таскать, это можно хранить. Окей, побежали. Еще быстро сейв. Смотрим на карту. Опа! То есть хотите сказать, что доски их типа задерживают, а стекло не очень, да? Вы это хотите сказать? Световая граната, лол. Все, берем. Тикаем. Блять, просто мужик за мной ходит, чувак, что тебе надо? Все нормально, бежим. А тут собаки! Привет, собаки, я Наруто Узумаки. Собаки! Тихо, собаки, тихо. Блять, скусила, сука! Ладно, хер с тобой, короче, текаем отсюда. Давай. Оп! Все, тут собак нет, отлично. Ладно, хотя бы я одну приговорил. Все. Ебать, еще и головоломку надо пройти. Вы что, шутите? А, ну что, все проводки, да, были сконтачены. Кто вообще эти схемы сделал? Что за бред вообще? Так. Изи. Все? Так, ну я так понимаю, все остальные тоже приоткрылись, да? Берем. Ой, блин. А? Где? Диктофон? Интересно. Но это не объясняет слухи о приюте. Его спонсирует Umbrella. Какое интересное совпадение. Они ставили эксперименты на детях. Ты сказал, что это интервью о новом гранте Umbrella. Эбро, Асян, все на него плевать. Обсуждает информация о Г-вирусе. С радой выгребной яви под улицей города. Кстати, по слухам, это связано с вашей подземной лабораторией. Лаборатория? Ну что, расскажешь что-нибудь? Интервью окончено. Ясно. Стерва. Стенограмма интервью. Откуда ты о нем знаешь? Брось, Анна, все на него плевать, им нужна информация о вирусе. Откуда ты о нем знаешь? Странный в грибной яме под улицами города. Кстати, по слухам, она связана с вашей. Так, это понятно. Ясно. Магнитная карта, берем. Что им нужно? Записка Бена. Участок кишит чудовищами, даже сюда доносятся их вопли, но пугают меня не зомби. Проект под кодовым названием «Тиран». Совершенно биологическое оружие, которое эти ублюдки создавали в строжайшей секретности. Как представлю себе, что эта тварь бродит где-то здесь. Или прям за мной. Ебать, она как привет сосед просто. Просто выезжает за мной и все, и ты ничего не сделаешь, он меня везде видит. Не удивлюсь, если они приказали своему творению избавиться от свидетелей. Отлично, еще и спрей.
Блять, ты чё, рофлишь? Ладно, первый в молоко, а второй нормально зашел, да? Флешечка! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Все нормально, отлично. По-моему, идеально. Ну тут еще собаки. Собаки. Здравствуйте. Чё? Как долго они шили ему этот костюм? Тиран. Он типа бессмертный, да? Блин, весь в коже. Просто черный пластилин чувак в коже. Просто ходит за мной. Здорово. Ты там долго сидела? Я всю работу за тебя сделал. Мне начинает надоедать. Второй раз подряд спасать твою задницу. Пошла в жопу. А ты что, считаешь? Ты что считаешь? Здесь под землей ничего не умирает навсегда. Ему хер положить хотелось на твои приколюхи. Я так понимаю, у тебя есть ключ? Ага. И вот. Я надеялся, ты сможешь объяснить, о чем здесь говорится. Возможно. Мне нужно ее послушать. Как же она сильно выглядит, конечно. Она говорит, надеюсь, меня никто не узнает. Кто? Тут все мертвы. Я один остался. Я в соло бегаю. О. Так. И собака-то, я так понимаю, перебила, да? Интересно. Запертая дверь. Интересненько. Генераторная красная, значит, я там типа не все сделал, правильно понимаю? Сбегите с парковки. Ну ладно, в принципе, плевать. Побежали, короче. Бесконечный дождь. Кидалка, у меня пушка есть. Травка. Поговорите с Адой. Ада, побазарим? Сука, побазарим? Как-то можно успеть в нее выстрелить. Сейчас попробуем. А, не нажимается. Эту информацию ты искала? К сожалению, нет. Бен меня подвел. Тогда что конкретно тебе нужно? Что-то как-то тихо на улице. Больше сведений о тех, кто заварил эту кашу. А что насчет тебя? Хочешь спасти мир? Я сказал лейтенанту Бренагу, что-то там. Что ж, удачи. Блин, так хочется побегать в помойке покопаться. Ну то есть вон там в мусоре вдруг там какие-то приколюхи есть. Ганшоп! Опа! А чё так тихо-то на улице? Почему никого нет? А, потому что здесь обрыв. Интересно. Ты куда? Тупик. Похоже, придется пройти через этот магазин оружия. Да я только за, девчуля. Нет, его не открыть. Ну давай. Давай сама. Ну так все просто. Ну и бардак. Что там смотришь? Тут все разбито, тут нет ни одной пушки, это разумеется, просто первостепенное правило. Ой-о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 й
Так. Так. Патрончики объединить. Так. Я ни при чем вреда. А ну стоять! Я просто проходил мимо, пожалуйста, опустите оружие. Не дождешься. Сейчас ты развернешься и уйдешь оттуда, откуда явился. Ой-ой-ой-ой-ой. Думаю, вашей дочери нужна помощь, сэр. Не указывай мне, как обращаться с дочерью. Блин, я так и знал. Бросай. Нет, стой! Отойди, надо прикончить ее, пока не стал монстром. Она уже монстр, она сейчас его съест! Он тупой! Тупыми надо кончать сразу! Дора. Черт, это же моя дочь! Ada. Надо. Just let them be. Оставь их. Она сейчас его съест, типа. Эмма, дорогая, я же просил ждать там. Папа. Да, Эмми, папа с тобой. Я здесь, слышишь? Ай, ну тут до укуса осталось 5. 4, 3, 2, 1. Минус 1.
Ты коп, ты должен что-то знать, почему это случилось, а? Бать, у нее кровь из глаз идет, чувак. Мама спит, милая, слышишь? И тебе тоже пора в кроватку. Эмма. А, грустно. Just go. Уйдите. Просто оставьте нас двоих. Just give us some privacy. А, бля, как печально так-то. You know, ладно. It's one thing to keep одно дело скрывать правду от меня. But why him? Но от него зачем? Я хочу понять, что тут творится, и остановить того, кто за этим стоит. Помогать людям вроде него. Для этого я пошел в полицию. Бать, что-то жестко, да? Моя задача — сорвать все планы Umbrella. Мы можем погибнуть. Мы не погибнем, 7 частей вышло. Если это нужно для спасения города, я с тобой. А как у Клэр, кстати, дела? Что-то про Клэр давно не было инфы. Вообще, как у нее дела-то? Темно на улице, блядь, зачем ты в очках ходишь? Слышал об Umbrella? Конечно, слышал, подожди. Я хочу посмотреть, я тут все посмотрел. Это фармацевтическая компания, которая тайно занимается разработкой биооружия. У них есть вирус, он обращает людей в неуязвимых чудовищ. Теперь понятно, что это были за существа. А, ясно. Да это как бы и так было ясно, так что можешь мне не читать морали. Просто пойдем, я хочу сносить бошки. Собрать в дробовик. Хотя, подождите, вот это вот что вообще? Длинный ствол. А, подожди. Ебать, я... Поэтому я ищу Аннет Биркин. Это она упустила вирус Umbrella на свободу. Я должна ликвидировать ее. А Аннет Биркин... Бать, она, конечно, на каблуках перемещается. Биркин — это тот чувак, с которым мы сражались, у которого вот эта вот залупа на плече. Реабилитация хорошо вписывается во все, что ты мне рассказала. Хорошо сказано. После тебя. Ну, спасибочки. А есть сохранялочка? Блин, хорошо, что я догадался объединить ствол с дробовиком, а то я чуть подумал, нахера мне два дробовика, если у меня один уже есть. Просто какой настоящий ученый сюда полезет? Да не может быть, цивилизация обслуживает город. Как им удалось построить комплекс без ведома властей? Добро пожаловать в корпоративную Америку. Umbrella многие годы контролирует Raccoon City. Что-то на Леон перестал использовать фонарик. Как бы, тебе норм? Я хотел посмотреть на карту, что произошло. Jesus. Боже, землетрясение? Очень надеюсь, что да. Там, похоже, братишка проснулся. Ай, блядь, что за херня? В смысле? Ты что? Ты что не видела? Сними сраные очки, ты нихера не видишь? Ты видела, как эта мразевка прошла? Ой, бля. Ты по-другому не скажешь? Жопа. О, сохранение, зашибись. Будь осторожен, кто можешь знать, что это может быть, ты тупая сука? Ты что, не видела, как эта мразь проползла? Сохранись! Блять, мне все нужно работу за тебя сделать. Ты просто сидела, чилила в сватовском фургоне. Ты что там, кофе себе делала? Ладно, пойду вломлю звезды этой херне. Что, ребят, думаю, на этом на сегодня закончим. Мы продолжим в следующий раз Resident Evil 2. Чё-то кайф, сейчас будет большой-большой босс. Но не сейчас, а вот чуть-чуть попозже. Блин, как же мне нравится эта игра, такая замечательная. Какой же охеренный черный властелин. Просто, ну, просто ты только открываешь дверь, мне просто прописывает. Что? Прямо сейчас пойду записывать следующую часть. А вам придется немножечко подождать. И что, ребят, как вам прохождение Resident Evil 2? Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь, рассказывайте друзьям, если вам понравилось. Не забудьте также, что у меня есть Twitch канал, на который нужно подписаться. Вот тут летает ссылочка, там проходит замечательные стримы раз в 2-3 дня. В общем-то, если туда попадете, сами все поймете. Ссылка в описании, тут летает. Ага. И вот еще, ребят, парочка видео для вас. Тут один, тут второй. Очень интересно, посмотрите там, да, как. Ага. И до встречи, ребят, в следующем видосе.